Всем привет, мы продолжаем играть в TLD. Я сейчас участвую, так сказать, в флешмобе «Насади на копье орка». Мы сейчас с вами немножко повоюем. У нас там за горбом ребятки. Куда ты один помчался, дебила кусок? Тоже мне сел. На лошади сразу всадник. Сейчас мы с вами отправляемся воевать с ребятками. Это дозорный отряд какой-то был и караван вроде или что-то такое. Ну, их меньше, чем нас, поэтому особых проблем не будет. Ой, орк тут бегает, его тоже надо убить на самом-то деле. Ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой-ой, ой-ой-ой-ой. Ничего себе. Круто, круто. Это было шикарно, шикарно, ничего не скажешь. Эта тварь просто махнула этим булавой, и я сдох. По идее, нам лучше избавиться сначала от основного отряда, а потом уже перейти к этим двум дебилам. Дайте уйти, дайте уйти, дайте уйти. Уйти, дайте, дебилы. Я сейчас умру, блин, от одного чиха. Так, ну их двое тут лазят. Это плохо. Не то чтобы они были сильными, они просто толстые, ты их убьешь. В этом проблема основная с этими тварями, но ладно. Так, да, твою мать, промахнулся. Нет, конечно, если слезть с лошади взять, допустим, тот же меч, я быстрее перебью ребят, но в любом случае мои воины делают больше, чем я. Я в основном тут чисто для красоты и поддержки боевого духа. Потому что убить вот этих двух дебилов огромных я не знаю как. То есть мне нужно убить двух дебилов этих. Это, кстати, задание. Я не знаю, как их убить. Нет, 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 нет. Ваш скакун напуган троллем. Иди ты. Троллем он напуган. Я тоже напуган. У каждого свои проблемы. Мне сейчас на один чих просто, и я умру. Вот. Все, есть, один есть. Еще одного осталось. Но мы в этой битве очень много потеряли, потому что просто это танки. Реально, это танки. Они идут и убивают. Вот 16 умерло. 16, понимаете? Так. Готово. Окей. Так, ну мне тут брать нечего и некуда, в принципе. Окей. Отрядик. У нас повышению. Два стрелка. Давайте копейщика сделаем. Хоть одного я хочу хоть посмотреть, как он выглядит. Ну, такое. Не впечатляет, так сказать. И у меня сейчас 27 воинов. Ой, ё-моё. Радость ты моя. Вот застрельщик Рохана. Я бы вот этих вот бы сейчас убил. Давайте сохранимся и попытаемся их догнать, убить. А, зараза, ненавижу эту фигню. Ладно. Слежение, поиск пути, зоркость, зоркость.
Пум-пум-пум. Сила. Готово. А ну-ка, где это животное? Где они там бегают? Я их видел, я видел, видел, видел. Я вас видел, ребята. В смысле? Я их убил. Пьяные там что ли все? Бесите. Я их поубивал. С кем я, по-вашему, вот это... Нет, все, у меня нет... Нет желания разговаривать с... Уроды. Просто уроды. 4, 9, 5 и 5. Но мы не догоним их просто. Пу-пу-пу. Как бы хотелось, но не получится. Ладно, едем с вами в этот раз. Возьмем себе помощь кого-нибудь. Давайте в казармы. Да, у меня есть несколько пленных, держи. И этого держи, и вот этого держи. Прощай. Это вот надо сдать к чертовой бабушке. И вот это мы сдадим. 300, у них 2500. Конечно, мы сдаем. Нам очки снабжения нужны как воздух. Так. Прекрасно. Шикарно. Хорошо. Эти мелкие отряды, которые ты догнать не можешь, потому что они слишком быстрые, зараза. Они прям бесят. Вы не представляете, как. Бегают по 5 человек. То есть ты их спокойно растопчешь, но они слишком быстрые, ты их догнать не можешь. Ой-ой-ой, там битва, помочь нашим. Помочь нашим, потому что не хочу терять наш отряд, плюс это даст нам дополнительную, как их называют, репутацию с нашими. Давайте, ребята. Видео будут немного короче, а то последние пару, которые я записывал, были слишком уж длинными, просто как-то затянулись, так сказать. Так, я никого так и не ударил. А ну иди сюда. У меня лошадь дерется лучше, чем я. Прибыли новые враги. Я еще старых не убил. Это во-первых. Во-вторых, откуда новые враги, если была эта толпа на толпу, и у них толпа была меньше. Откуда там новым врагам браться? Ладно, неважно. Просто забили. Забили на это и все. Хорошо. И опять же куча мусора, которую надо сдать будет. Получить за это кое-какую вещи. Кое-какие вещи. Хорошо. Давайте сохранимся. Ой-ой-ой. Моя ты прелесть. Нет, слишком далеко, я их не догоню. Ну, некоторые готовы к повышению. Молодой, как понятно. Хорошо, нам сюда. Давайте ехать. Ехать. Да что с тобой не так? Что ты зигзагами, блин, едешь?
Нам нужно этого гонца доставить. Ого. Так. Тихо. 17:35. Но у них там... Пу-пу-пум. 40. Рука и свирепый гоблин. Ладно. Держать позицию, ребята, держать позицию. Я чуть-чуть выдвинусь вперед, буду смотреть, где они. А, я вижу, где они. У меня есть лучников несколько. Вот сюда. Давай, за мной, за мной, за мной, за мной. Все, стоим, ждем. Лучники, можете стрелять или не можете? Где мои лучники? А, вон они. Нет? Далеко еще? Давайте на эту возвышенность заедем. Я не хочу лезть, потому что река. Тот, кто будет переходить реку, он очень сильно замедлится из-за этого. Ну, а если мои лучники сейчас смогут к ним... Да-да-да, могут-могут. Шикарно. Подождем немножко. Будем надеяться, лучники смогут... Вот, минус один уже. Лучники орков, они не так далеко бьют, поэтому есть своя прелесть в этом. А вот уже лучники орков начали. По чуть-чуть, по чуть-чуть, по чуть-чуть. Вот так вот, ребята. Тут узкий перешеек, есть шанс пройти быстрее. Ну иди сюда. Ты серьезно защитился этой фигней? Ты пьяный, что ли? Грога пился. Вот. Так, твою мать, ты можешь стоять ровно. Походу может. Так мне не нравится. Так, все, ты задолбал. Иди сюда. Иди сюда. Иди сюда. Ладно. Можно и так. Пока я игрался с одним, мои там уже всех перебили. Так, тихо-тихо-тихо. Выходим, выходим, выходим. Своего я помог защитить. Дальше умирать смысла не вижу. Есть. Минус нули одного. Еще минуснем сейчас парочку, и будет хорошо. Так, ладно. Это все весело, но их очень много, поэтому давайте сделаем следующим образом. Мы спешимся и пойдем уже нормально воевать. Потому что их было больше, чем нас. Просто так сливать своих солдат смысла я не вижу. Ты хоть знаешь, кого ты ударил? Я великий полководец. Ну, будущий. Вот тебе. Так. Так, тут все, тут все, тут все. Остались только убегающие. Но их уже добили, я вижу. Добивают, точнее. Все. Хорошо, с этим мы справились. У нас один, один, у них 78. Нормально. Атаковать. Атаку, ребята.
Да уйди ты из-под копыт. Станут вот этот под копытами, ты не можешь проехать из-за этого. Бесите. Сейчас. Нет, серьезно? Ты хоть знаешь, какой я разгон набирал, блин, чтобы тебя ударить? Козлы. Это даже не смешно. Вот. Хоть одного. По-моему, я ему в локоть воткнул копье. Первый раз увидел, чтобы от того, что тебе в локоть ткнули, ты умирал. Ну, всякое бывает. А, да вы издеваетесь, адовые люди. Ну что такое? Где я это все должен хранить? Все, у меня закончилось место. Давай вот это вот еще возьмем. Вот, еще 63, но там уже хорошие такие воины. Я не особо уверен, что я смогу с ними справиться. Сборный всадник, рыцарь-ветеран, опытные застрельщики, всадники, фу-фу-фу, оруженосцы. Нет, у меня сейчас очень слабая... Очень слабая компашка у меня. А, одинокий всадник. Гендальф. Мог бы я вылечить нас всех. Тоже мне маги, блин. Гендальф и особая уличная магия. Так, давайте мы зайдем с вами в казармы. Пехотинец. Давайте возьмем. Давайте возьмем их уже. Нам особо делать-то нечего с этим. В любом случае надо кого-то брать. 960. Вот эти вот за 30. Да ладно, давай платить сколько есть. 600 у них. Хочется взять себе боевую лошадь, но у меня пока нет возможности на ней ездить. Слабую боевую лошадь особого смысла нет брать. Давайте отдохнем, полечим наших солдат, которые... Стоп, 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 стоп. А, все, они уже разобрались. Так, нам в любом случае нужно еще отдохнуть, потому что у нас отряд очень-очень сильно побит. Вот, 41, это уже лучше. Давайте посмотрим, кто у нас там по отряду. 46 Ульфаса, ну, такое. Иди сюда. Ну иди, ну чё ты как маленький, ну. Зараза. Хотел помочь нашим союзникам, ну ладно. Давайте отправляться дальше. Хотя давайте на этом мы, наверное, закончим. И уже перейдем к выполнению задания в следующей серии. Всем спасибо за просмотры. Подписывайтесь на канал. Буду рад вас видеть. Пока.